Так, вот яйца заложены. Вот все они у нас помечены крестиками вверх. Все. Сейчас мы закрываем крышку, включаем. И через 8 часов мы вручную будем переворачивать в другую сторону их. Итак, до 18 дня. Где-то. Вот такое. Сейчас автоматически все идет, а у нас все вручную будет. Все, закрываем крышку. Все, включаем. Так, вот. Заработал. Лампочка загорелась. Теперь будем подгонять температуру также, когда прогреются они. Температуру 38 градусов будем держать. На этом все, пока. Так, вот, значит, наступило время закладки. Закладываем мы яйца в инкубатор. Яйца мы помыли. Стали чистые. Сейчас у меня здесь вот у нас такое вот приспособление. Мы вот ложим яйца в эти ячейки. Для чего это сделано? Это сделано для того, что они крутятся, когда лежат без них. А с ними удобнее. И яйца помечены вот с одной стороны и с другой. Чтобы удобно было поворачивать. Так, поворачивать будем мы 3 раза в сутки, то есть через 8 дней, 8 часов. Вот. Теперь же мы сейчас заложим, закроем, включим и будем ждать выводка. Добрый день всем. Сейчас я вам хочу показать яйца, приготовленные для инкубации. Многие яйца по видеороликам я смотрел, бывает, закладывают немытыми, просто если они чистые. Вот мы набрали, значит, от своих. Есть у нас 3 сортов. Вот. Здесь вот, кажется, более-менее чистые они. Вот вчера. Ну, а вот эти грязные, видите? Ну, что хочу сказать. Мы яйца всегда моем. Немножко протираем теплой водой. Вот. А потом уже закладываем.